Лара с Максимом разводится. Хочу познакомить его с хорошей одинокой девушкой, чтобы он поменьше страдал. Не переживай, одиноких девушек полно. Привет, тетя Алла, привет, мам. Моя теща решила наладить мою личную жизнь. Кажется, я тоже часть коварного плана. Предлагаю сказать, что мы страшно понравились друг другу. Сработало. Сквозь слезы и к счастью. Я, кажется, влюбилась. Ты необыкновенная. Я без тебя не могу. В двух шагах от счастья. Домашний главный женский.